Вера Брежнева бросила младшую дочь ради спасения брака? Проблеме с Меладзе и постоянные разъезды Саре, похоже, не нашлось места в графике матери. О том, что у Веры Брежневой есть две дочери, можно просто забыть. Если старшая дочь певицы Соня уже обосновалась вдали от матери в США, то о жизни десятилетней Сары мало что известно. Девочка почти не появляется с матерью. Более того, все указывает на то, что она давно с ней уже не живет, и причиной тому стал Меладзе. Брежнева, как и все артисты, находится в постоянных разъездах и неделями пропадает на гастролях. Да и работа на собственной линии косметики съела у нее немало сил и времени. При этом, как ни странно, даже свободные редкие дни она предпочитает проводить на отдыхе в одиночестве, а не с маленькой дочерью, как можно судить по ее социальным сетям. Вспомнила о младшей дочери певица только в ее день рождения, ограничившись при этом постом с несколькими фотографиями и короткой подписью «Сара 10». Кроме того, в своем инстаграм она поделилась также снимком из кафе в Киеве, куда, вероятно, приехала на праздник, что лишь подтверждает, что девочка больше не живет с ней и была сослана к отцу, украинскому бизнесмену Михаилу Киперману. Пропала Сара из ее жизни примерно в тот же период, когда появились слухи о проблемах в браке с Константином Меладзе. Не исключено, что именно это и сыграло решающую роль в решении Веры бросить ребенка. Отношения между супругами накалились до предела, и одним из условий спасения брака мог стать отъезд девочки. Если это и так, то отказ от дочери мало чем помог Брежневой. И теперь речь уже идет не просто об изменах Меладзе с Эрикой Герцог, а о скором разводе с ней.